Привет, дорогие подписчики и зрители наших каналов. С вами снова Шустрила, Джек Шепард и я, Артур. Мы продолжаем проходить в DayZ, вернее, играть. Здравствуйте. Всем привет. Мы находимся около Вышного, как и обещали в предыдущей серии. Поискать тут машину, но, судя по всему, машины тут нет. И следующий пункт наш, это, я думаю, мы наведаемся к Зубу. Зуб — это место, где я потерял, как это сказать? Зуб. Ну, отнюдь не девственность, но там был мой первый убитый убийцей. Человек. Да. Так что прям это место меня настороже пробивает. Вы еще просмотрите Вышно, может быть, я не мы увидел. Мы зайдем сейчас в Вышное, посмотрим, возможно, найдем там не Элиспак. Ну, заходить туда совсем не обязательно, Элиспак там не спавнится. Просмотреть и все. Почему не спавнится? Я находил там в каком доме? Ну, подожди, так... блин, я с Гришиной опять перепутал. Нет, нет. Редко очень. Ну, как мы показала, это практика Элиспак и в сортире как бы спавнится. Да. Шустрил у нас сегодня в сортире нашел свой Элиспак. Да. Не свой. Его из балочка. О, мы, кстати, тут недалеко до этого сортира. Так-то. Ну, мы, наверное, все-таки на Зуб идем. Ну, хорошо. Долго до этого сортира бежать? Я тоже хочу вонючий себе Элиспак. Ну, вообще, я примерно он где-то здесь был, но точно сказать не могу. Ну, ладно, не нужно так. У меня же на тот момент не было ни карты, ни компаса, ничего. В общем, идем по... следам былой славы. Мы, Джек Шепард, я не устану тебе повторять, мы тут везде ходим по следам былой славы. Мы здесь были. Нет, ну здесь-то прям такое этот важное событие. Ладно. Не нагрите, я вас прошу. Ну, Шустрил, я, по-моему, рядом с тобой бегу. Это же ты у нас с коброй. И с таким лицом не совсем белым. Да-да-да. Пейс. Так, Джек Шепард. А, вон он сзади бежит за нами. Да-да. Так, ну в Гришино. Блин. А мне хочется в Гришино. А что, почему это не Гришино? Гришино, это Вышно. Да, я постоянно их путаю. Гришино, Вышно. Но я просто не вижу, куда тут бежать. Я обычно, если увижу хотя бы какой-нибудь сарайчик там или какой-нибудь... То я бегу туда, да. Да, то я. Но я вам скажу так, здесь действительно Волги, по-моему, нету. Да нет, тут Волги нет. Я знаю, где она тут спавнится. Ну я тоже. Туда мы и смотрели вроде как. Ладно, пойдем на Зуб. Так, мы совсем не паримся тут, бегая. А кто ж тут будет смотреть нас? Ну, как бы на сервере Зуба, порядка например. 30 человек. Зомби снизу парень бежит, например. На Джек Шепарда наагрился. Да, на Джека Шепарда наагрился. Джек Шепард, беги, потом мы еще пристрелим, он тебя сегодня не догонит. Я пистолет в руки взял, он остановился вообще. Испугался, он увидел пистолет. Понял, да, да, я посмотрел ему в глаза, и мы с ним друг друга поняли. У тебя взгляд убийцы, видимо. Так, все, давайте пересекать и пойдемте уже к Зубу. Там у Зуба вдалеке светленькая, это камень или машина? Камень. Ладно. Я вообще ничего. Или машина. Потому что форма как у машины. Камень. Камень формы машины. Боечки. Так, где вы там что увидели? Вот это свисток. Ой, блин, этот свисток, меня говорит, мальчик раздражает просто. Мальчику купили свисток. Он каждый день с утра до вечера бегает по двору и свистит. Это просто вот временами охота стать... Родители, дьяволы какие-то. Да? Охота стать маньяком с топором. Да, маньяком с топором выйти и этот свисток ему вколотить просто... Да, блин. По самому. Туда. Ага. Здесь туда. Потом люди удивляются, почему столько этих маньяков. In the hole. Так, а мы, кстати говоря, с такой стороны подходим, что нас сейчас сверху поснимать просто вообще это будет. Да, поснимать. Кстати, а там такой острый этот. Чего острый? Острый подъем. Нет. Крутой, ты хотел сказать. Ничего, забудьте. Нет, он хотел сказать, что там наверху ему показал, что что-то башка торчит, наверное. Острая такая. Ага. Острая башка. Яйцеголовая. Так, ребята, давайте напряжемся. Тут может быть опасно, тут может быть опасно. Вот. Натурально. Присесть. Так, Джек Шепард, догоняй. А, это что-то это я там сзади слово почту. Ну я готов вообще, то есть если вас убьют двоих, я отомщу. Подожди, это точно Зуб? Я что-то не узнаю его. Да, Зуб, это Зуб. Ох, как тяжко в эту сторону идти. Зато никто не ждет. Ну будем надеяться. Подожди, если это Зуб, то где здесь вышка?
Да и он, она там сзади будет. Мы с тобой сейчас чуть левее подходим, чем в первый раз. А, все, находили. Я понял, понял. Мы отсюда убегали, у меня голос дрожал. Да, вниз бежали. Да, вот именно. Я тебе, убегали. Ты убил человека, ты убил человека. Да мне пофигу, я вообще теперь безумен. Так, как будто вы тут пристрелили парня, я это опять пропустил. Самого первого. Самого первого, да. Джек Шепард, ты идешь в главную вышку, а я иду в этот в подсобку, окей? Окей, принято. Только осторожно, там сам знаешь, что бывает. Я знаю. Это я. Может, в белый чат сейчас напишем, кто-нибудь в зубе есть, нет? Ага, вот только этого не хватало. Hey, guy in zoop, we see you. Здесь у нас. Come after us. Здесь у нас. Why you show me your penis, да? Why you show me? Я не могу подобрать, подожди, это же... Блин, это как у меня, что я туплю-то. Мне показалось, что это бэкпэк тот самый. А это оказался просто чешский. Так, на кого зомби наглился? На меня? Видимо. Too quiet. Я сейчас с G17 его убью. Да никому этот зуб не нужен. Ага, я сколько тут был, тут постоянно что-то нехорошее творилось. Clear. Все, ребятки, тут чисто. Что-нибудь есть? Да и херена-то одна. Давайте ко мне варочку тогда. Давайте варочку к тебе. Здесь есть бинт. Возьмите кто-нибудь. Да тут куча бинтов лежит. Блин, давайте я бизон выкину, что ли, я не знаю, раз он никому не нужен. Но он так-то нужен. Но если кого-нибудь из нас убьют, то этот бизон был бы просто на вес золота. Ну нет, я его буду таскать, тогда вы давайте набирайте бинты. Таскай пока, да. Народ там же, бизон выкинуть. Какие бинты тебе? А, вот бинты. Это тебе. Ой, чешский бэкпак лежит. Да-да-да, я же сказал. Здесь зомби был, он поорал, но исчез. Пускаюсь к вам. Это был призрак. Какой-нибудь граф. В прошлый раз здесь тогда Шепард видел летающего зомби. Летающий зомби. Граф зомбина тут. Свирепеет. Ладно, пошли. Пошли. Что у нас там дальше? Зуб, насколько я помню, находится между... А как насчет спуститься к побережью и вдоль побережья походить? Зуб находится между Могилевкой и Вышным. А насчет сейчас побережья, мы, если вниз пойдем, положительно. Мы прям в Черно сейчас придем мимо Надеждинов и побежу на юг. Если вы хотите посмотреть, как Артур и Джек Шепард с шестрелой придут в Черно, нажмите 1. Если вы хотите увидеть, как Артур и Джек Шепард пойдут куда-нибудь в лес, нажмите 2. Да. Если вы хотите увидеть, как Артур сейчас выпустит очередь шустрелю в спину, за глупые идеи, нажмите 5. Так, сейчас мы... Ты знаешь, как у тебя весело смотрелось? Ты упал и задом наперед покатился. Да-да-да, он просто бежал и за секунду. Задом наперед? Да. Ну, то есть ты лежал и назад покатился. То есть начал передвигаться лежа при этом. Короче говоря, сейчас мы будем убивать. Да. Да. А за что? Нам же нужна причина. Длиннее говоря, мне мы нужны будем убивать фонарики. Жестоко. Мне нужны их фонарики. То есть нам нужны фонарики. Мы не головорезы, понимаете? Нам просто нужны фонари. Мы не хотим убивать людей. Исключительно, без фонарей, исключительно да. Просто. Такие атмозоны пошли. Нам нужны их фонари. Я всегда, когда в цивилизацию играл, вот знаешь, именно по мультиплееру. И всегда говорили, что я всегда воюю, и можно демократией разобраться. Я же говорил, что у меня армия освобождения. То есть я никого никогда не просто так не атакую. Да, я освобождаю народы братские. Ты прям как Америка. Да, демократия. Несешь демократию нуждающимся. Кстати, недавно смотрел еще документальщину. Ну, как документальщину, прямо понял, как с этого, с Апача, оператор Апача. Да, я тоже видел. Ты на Гоблине видел? Или на Беркеме где-то там видел? Ой, я не помню где-то, но он там прям... Корал уже ужас. Ну да. Страшно. Я вот как представлю, интересно, эти люди вообще, они представляют, что они таких же живых людей, то есть там поливают, на куски разрывают. Это ж ужас. Хорошая работа, не пыльная, сидишь в офисе. Нормальная, да. Выходишь покурить, обсудить, там, о, прикольно было. Ну как бы ты либо убил, я там человек 15, неплохо там. Но море а там еще добивали отдельных там недобитки, которые лежат, они. Так там, а помнишь, как они по обычным стреляли такими голимыми, как бы разрывными, а по тем, которых добивать, они там какими-то пуляли, чуть ли не ядерными какими-то, бах там. Ну ракетами с этого Апачи, как они, на куски. Hellfire. Hellfire мы по людям. Hellfire это ракета там офигеть, размером с человека. Да? Она просто это мокрое место оставалось. Угу. Ну там это все было как вот ну, как вот это. Давайте мы уже приближаемся к побережью, а побережье как? Кто как не в лесу? Call of Duty, короче, из инфракрасных показывало, да. То есть... Кто не в лесу, тот мертв.
То есть эти люди, они даже кровищу не видели красного цвета. Да. Не видели бы так беленькую. Угу. Беленькая, яркенькая. Какая-то. Беленькая на сереньком, короче. Люди. А мы убивали людей, я думал, мы им скидывали подарки. Угу. Небольшой экскурс в демократию Америки, да, провели для вас Максим и Артур. Да. Кстати говоря, у них прохаванные какие-то тепловизоры, то есть они человека убили, и он сразу практически погас, да, при том, что тело остывает, оно, ну, как может минимум быть, час. Может, потому что может, просто... Может, он на сердцебиение там как-нибудь? Может быть. А может быть, просто тело как бы не осталось, как такового после атаки? Нет, там, если из этого садили, из пулемета, то там тела оставались. Ну, там, конечно, как с Барретта, одно попадание, в любую часть тела. Кстати, у нас же совсем нет снайперского оружия сейчас, это очень печально все. Ну, в принципе, вот если сейчас у нас с соседнего леса начнет парень шить с какой-нибудь ЦЗ через я начну по нему его леса. Подавлять, а вы побежите его обходить. Я не думаю, что он будет бояться твоего подавления, вот честно. Ну, это тебе так. Он просто прицелится аккуратно по тебе стоящему и. Шестрел, здесь я с тобой не соглашусь, когда ты сидишь, по тебе в тебя летит куча пуль, деревья за тебя просто срубаются от этих пулей. В реальной жизни так-то да, но в игре. Нет, меня просто стреляли из пулемета, когда мы бегали тут с парой знакомых. Это страшно, понял. Когда, понимаешь, какие птушки в тебя летят, они дерево прошибают. Просто человек может занервничать. Ну, если, конечно, он будет хладнокровен, я-то его не вижу. Он просто прицелится и снимет меня. Но я вам куплю несколько секунд, пока вы будете его обходить. Вот я опять же еще повторюсь, ну как, раз уж мы пошли на тематические разговоры от игры. Вот когда играешь какой-нибудь пейнтбол или страйкбол, действительно боишься, и нет такого, как в игре, понимаете, там, вылез, там, прыгнул на пятерых, там, всех поубивал. Когда по тебе стену рядом с тобой, просто в стену стреляют твои укрытия, там тебе... Ты понимаешь, что один выстрел, и ты... Уже сыкотно просто именно. Да даже в Дейзи поначалу были такие же ощущения. Справа от нас, что можно воды набрать? Воды? А у меня нет фляж. Справа у Артура меня... есть, она пустая. У меня полная фляжка есть. В рюкзаке у тебя пустая была? В рюкзаке у меня нет пустой фляжки, она выпала, когда ты бизон засунул кинул. Бизон свой, да. Ладно, тогда побежали дальше, у меня нет фляг. Не, ну можно было бы ее выпить сейчас, я, кстати, хавать скоро захочу. Нелегко тащить с собой такую дуру. Ну ладно, у меня, в принципе, две газировки есть еще. Ну у меня тоже две есть. Или нет. Это для меня. Или я их тоже выкинул, когда ты мне бизон свой затолкал. Вот так посмотреть на мой рюкзак, это в него влезет бизонов этих, что 50, наверное. Ну как, нет. Ты просто, ну да, здесь нереалистично, так что вы 50 мог на стене, на спине у себя унести. Так, это что, это откуда церковь звенит? Черно. Так, а мы в Черно идем, да? Да, напрямую просто. Последний раз я там был с топором и не совсем вменяемый. Ты когда-нибудь вообще бывает? Тьфу, елки-палки. Бывал с топором вменяемым, да? Вменяемый с топором. Ну, сегодня я был вполне адекватен с топором. Ну да. Какое-то время. Во, я узнаю это место. А тут еще, когда где-то, наверное, серия была 7-я, я к Джеку Шепарду бежал, он на козловках меня ждал. И здесь я увидел 6 человек в полном обвесе. Я так испугался. Ты говорил, это было в козловке. Нет, это я бежал к козловке. Ага. И увидел их. У него была граната, я ему так шум. Кинь в ней, кинем под ногу и смотри, что будет. Я же не ты, Джек Шепард. Я не умею кидать гранаты. Ой, у меня из локтей больше не капает. Ну это же отлично, по-моему. О, я вижу море. 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 Он бездонный. Так, ну и в Черногорск идем наказывать или на побережье просто познакомиться? Да нет, мы идем рядом с побережьем, до лодки, которую я знаю. Ну ладно. Я только хочу оба. Лодку. А это? Я нашел тебя! Я нашел тебя, косая скотина! Бедный зайчик. Почти память. Я вот сейчас бы просто в него рожок с калаша выс... А, ладно, беги, чёрт. А если это живой игрок, который в зайцев вселился? Да, друид. Да. Джек Шепард, ты поменьше своих более болеутоляющих принимай. Чё принимай, я видел видео. Ага. Человек появился зайцем, бегал. Да, ты чё? Да. О, дно маньяк с топором из Лизинканы. Чертовы пародисты. Мне кажется, должен его убить за оскорбление.
Я думал, я его сегодня нашел, но это был албанец, поэтому... Албанца убил. Да, албанца покарал. Бывает и такое. Так, ну что ж, надо высунуться из леска. Где тут море-то увидел? Я вообще ничего не вижу за этим туманом. Я тоже. Так, что вот так вот, прям по полю, да, около побережья? Так, а ты побережье видишь? Ну, вроде как я чувствую, что оно поблизости, потому что мы же слышали. Мы сейчас с вами, если вниз прям побежим, между пригородками черно выйдем. Во-во-во, я уже вижу, да. Черно вижу. Справа от нас осталось. Угу. Кстати, в пригородках два вида транспорта резаться должно. В пригородках? Да. Ну, как бы, ну да, на краешке, ближе к черно. Мне бы велосипед. Я бы про вас сразу забыл. Опа, прыжать. Одну секунду, господа. Что-то заметил? Никого-то. Нет, тишина. Я думал, зомби стоит больше, чем в 300 метрах. То есть там, значит, кто-то был бы. Мне кажется, ну, на этом сервере чаще персонаж хочет пить и есть, потому что здесь ветеран стоит. Может быть. А ветераны много жрут, да? Ну, типа, больше реалистично. Обычный боец, типа, хавает такси, а ветеран жрет прям. Он такой, опа, такая карта. Еще одна карта. Еще одна карта. Ом-ном-ном. Боже мой, жара! А у нас достаточно. Вон там, если за навес смотреть, у зданица двухэтажного, справа от него должна машинка стоять. Это Черно у нас, да? Черно сзади осталось, справа. Мы уже пробежали. А, это пригородки. Пригородки. Да. А сейчас будет там громадная гора. А сзади у нас плотинка, за которой можно попить воды набрать. А нам она не нужна. Ну хорошо. Мне, честно говоря, машина не сильно нужна. Единственное, я мечтаю все время, не прекращая... Лисать нет. Велосипеде. А он машина. Здесь тоже резается на дороге. Так, там зомби появились. Ну, это на нас. Это уже на нас, да. Так, мы достаточно сильно тут светимся. Мы еще в лес зашли. Да-да-да. Главное, назад поглядывайте периодически. Я Джека Шепарда не вижу. Я сзади. Ты сильно? А, вон я тебя вижу все. А, тоже вижу его. Ну, далековато, да. Зато ну, если нас убьют, то ты отомстишь за нас. Угу. Ладно, давно шестрилу не убивали. Мне даже завидно. А зачем мне умирать? Я даже в топ попал как-то на шестое место, видишь. Со своим топором, там, побеги по черно с топором, меня я какой-то заговоренный. И сейчас Сенфилда, на! Ну, запросто. Игра такая. Так, ну пока что ничего не видать. Я понял, где это место находится. Ну, там на главной дороге я тогда видел велосипед. Прямо вот за этими перегородками. Мы как-то тут ночью играли. Я ничего не видел. Джек Шепард кого-то пристрелил нечаянно. Вот именно здесь, где-то в этих местах. Нечаянно пристрелил? Да. А, ты Ярика пристрелил. А, ну так это не тут было. Это тут было, мы вот по этой лэп шли. Да, но там дальше было. Гораздо. Ну, короче говоря, вот ну, да, вот у нас Джек Шепард. Сколько самый раз Джек Шепард людей случайно убил или чуть не убил, как в случае с гранатой? 3-4, наверное. Я, конечно, не говорю о тех случаях, когда он: «О, вижу человека!» Шустрила. Это я! Но я тебя шустрил, тоже чуть не пристрелил с калаша. Да вы вообще меня в могилу загоните скоро. Ну да. Мы просто верим в твою выживание. Джек все время подначивает Артура. Стреляй по нему, чего ты? Это да. А Артур ведется. А я потом: «Нет, не надо!» Как мы вообще могли тогда лесополосу с лесом перепутать? Ну, видишь, как не пошло. Я туда смотрю, аккуратно крадусь с ДМРчиком, там уже в любой момент готов включить оптику. Так там он мне еще сказал, говорит, с калашом человек идет. Так а ты стрелял тоже по парню с ДМРом, видишь, как? Ну, я думаю, раз с калашом, я не всматривался, начал шарашить. Думаю, с калашом это не очень хорошо. Я просто, я бы сказал, что может быть я, если бы там хоть одна какая-то черта была похожа на меня.
по итогу парень, который бежит к машине, причем что я все время на картонах крался к ней. Парень бежит к машине со стороны леса полосы с калашом. Со мной не сошелся вообще ни один пункт. Шестрил, подожди, Джека, дождемся. Ну я вас увидел, уже бегу к вам. Я чуть вперед. Мимо домика пробегаю нашего первого логового. Не понял, где он. Да нет, нет, он по полю бежит. Он что-то обознался, похоже. Какой домик? О ком? Чё, как я обознался? А, вон сзади он. Домик, вот вы чё? А, там, на опушке? Да-да-да. Я думал, ты мимо него пробегаешь. Где-то в стену шёл. Так, ну что, давайте выходить на побережье. Так, прям... нужно долго по лес шарахаться. Да не, мы сейчас как-нибудь рядом с электро пройдем, я там до пожарки сбегаю, вы меня прикроете. В кустах что-то светлое. Либо это домик, либо это транспорт. Тебе справа, везде мерещится. Где? А, это та сторожка, которую... Домик. Через, да. Ну-ка, на мосту нет ловушек никаких. Что-то маньяка с топором кидает прям. И да, там какая-нибудь что-то лежало. Потому что два маньяка с топором на одном сервере быть не могут. Это как поделить на ноль. Да, это все равно, что будет два Чака Норриса. Это же невозможно. Так, вот это место все узнаю, совершенно все. Вот должна быть какая-то противоположность. То есть маньяк с топором, добряк. Добряк с фонарем. Сзади зомби. Добряк с фонарем. Он нагрелся на кого-нибудь? Добряк с фонарем, маньяк с топором. Да, ну за нами если бежит. Где это? Мразь. Ходить с фонарем и давать всем аптечки, патроны. Да. Через чатик разговаривать. Новый день. Черт, я хочу его пристрелить, но... Без шестрилы. Да, спасибо. Не знаю, зря вот это у меня вот сегодня... Сегодня вечером выйдет видео, где я встретил рандомного человека. Просвистело. Ну как просвистело? Ты у меня на линии огня находился. Ну правильно. Я, честно говоря, тебя увидел уже, когда на гашетку нажал. Да я не стрелял. Потому я что понимаю. Ты там впереди, так. Я думал, ты ушел уже налево. Ушел. Думал, Джек Шепард. Короче, ты сегодня в очередной раз родился в рубашке. Так, мне нужно достать содовую. После этого руками трясусь. Я хочу пить. Я похудел на килограмм. Так, а чем мы сюда забрались? Мы отсюда, если стрелять начнут, то мы никуда не денемся. Тут безопаснее как раз таки, вот по этой горке подниматься. Ну не знаю, по-моему, когда бегать не можешь, это не очень хорошо. Не-не, я тебе говорю, по этой горке самая безопасная тема. Всегда, когда идешь в черное, я всегда поднимаюсь по ней и спускаюсь по ней. В то же время я тут иногда лежал, когда тренировался в стрельбе со снайперкой, устраивал охоту на зайцев, у меня был ДМР. И я мочил тут на 600 метров. С другом-то был. Да. И мы тут лежали, и всех, кто бежал из черного электро, и наоборот, стреляли я там патронов по 20 человека выстреливал. Поэтому... Я бы здесь стрелял по тем, кто едет. А никто тут не крутался. И мы назвали всю эту тему охота на зайцев, потому что слишком много патронов. Шепард, сейчас поскользнешься, упадешь, да, шею сломаешь себе. Я так посмотрел и понял, что это опасно. Шестрел, ты где вообще? Почти на верхушке. Обычно а мы здесь по самым этим кручим ходим. Новички появляются. Они появляются у побережья. Ну вот я тогда у маяка появился, ни с того ни с сего. Ну у маяка, да, достаточно часто это получается. Вы будете вдоль горы, да, идти, не по горе? Я сейчас уже, Артур пришел в тупик. Честно говоря, не знаю, куда я иду даже. Давай попробуем вот здесь сверху залезть. Я за тобой шел, Джек Шепард. Ну так ты знаешь, куда идти. Тут очень часто палатки стоят. Так, вот я нашел свое место, любимое, где я все это делал. А тут никого нет, я же все могу посмотреть сверху. Мне кажется, или мы здесь не залезем. Залезем. Это как в Скайриме. И в Обливине, на такие горы залазить, на коне. Ага. О, я делал скриншоты. Кстати говоря, Скайрим Даунгард, то все так ждали. Они говорят, вообще, говорит, у нас планов вроде как не было, он ее на компьютер, на PlayStation выпускать. Мы на Xbox выпустили, типа, а про другую мы и не говорили даже. Ну, все такие, да выпустят, я думаю. Да по-любому выпустят, просто дело в том, что деньги-то им не типа заплатили. DLC очередное. Но... Да. Ты со своими Battlefield'ами да Days'ами даже не знаешь, наверное, про такие игры. Не, я Skyrim прошел несколько раз. Как Skyrim пройти можно? Как можно Skyrim, да, пройти, я вот, например. Да там уже нет квестов, про которые я не знаю.
У меня еще хватает. Повезло. Потому что там в 100... Еще где-то... 70, что ли, серий ушло уже. Наверное, половина игры осталась. Если так смотреть. Ну что, вишка? Офигенно, вот, просматриваем место. Ой, так. Мне пить хочется. Кстати, мне тоже пить хочется. И мне, Ника, кстати, тоже хочется. Ну да, я и в реале попью. У меня нет ничего, все выпало уже. А, держи. Ну я руку протянул, что не берешь. Умном-ном, да? Умном-ном. Так. Шестерила, ты где? Ты на самом верху. Top of the world looking. Ну вы давайте спускайтесь, как только вы преодолеете гору, спускайтесь просто вниз. Я тут палатку ищу, и ее нет. Штурм поднимается наверх, а я за ним. Ну ладно. Ну все, мы тогда вниз идем. О, опять да. Красная цепочка. Да, я царь горы. It's okay, it's okay. Джек Шепард. 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 Шепхерт. Шепхерт. Что ты говоришь? Я мух слышал. Я то думал, что сейчас. Я мух вроде слышал, нет? Или пролетело опять? Пролетело скорее. Так, все, мы к опушке подошли. Да, что-то такое есть. Мухами, что ли, пахнет? Пахнет. Пахнет. Учуял. У меня просто ассоциация это вот, ну, мухи, кружатся, запах. Да, сразу. Так, ну... Надо бы найтись. Мы вышли из леса и сейчас бежим. Давай мы ему скажем, он тюрьму у кабана. И на кабана ему придет чутье. Я вышел из леса, убийца. В лыжи обутый. То ли лыжи не едут, едут. То ли я... Маньяк с топором. Шибанутый. Так, а где вы? Мы, ну, я уже спустился с горки. А, у забора. Вижу двоих вас, да? Ага, вижу. Нет настроя. Я спускаюсь к вам. С нами Федор Киржаков. Вы нашли Федьку? Да. Когда фиху здесь зальешь, родивый? А, фиху? Ну, давай мы сейчас доиграем, я открою серию. Ну ладно. Что она Потому есть. Что мой тренерский блокнот уже просто трещит по швам. Он хочет понять, да, как зрители оценят твои оценки. Так, нельзя, по нам давно не стреляли. Я сам тренер, я как адвокат, мне пофиг, что думает толпа. Да. Адвокат такой добрый сказал, я не прошу АДРФС зарплату за июль. Молодец какой. Учитывая, что он в конце июня улетел сразу после матча, да? Угу. Ну, вы можете мне не платить за месяц, который меня не было вообще, я не работал. В стране, да. Вы можете не платить. Так и выйти. Да. Бедный маньяк с топором. Его прям рубает. У него там всего нет. А сервер хороший, прям я вижу каждое телодвижение ваше, все четко. Да, и с фреймрейтом да. Тоже хорошо все. Ну, 20. Тру. 30. Сейчас Артур такой 31,5. Не, у Артура там наверное, все 60. Нет, у меня сейчас 25, кстати говоря. Да? Слабенько. Ну это же арма. Сынок. От компьютера зависит. Я слышу машину, ребята. О, и сразу у меня пошли дикие тормоза. Да. У вас были, нет? Еще раз годок, нет, нормально. Машина, господа. Это у меня. Да. Беги, бери ее быстрее. Так, я жрать хочу. За машину. Я жрать хочу, я посередине поля сяду и буду жрать. Ладно, кстати говоря, у меня есть заправка, вон я вижу в электро. Слушайте, а вообще, где все? Мы да, от старый собор чисто было, аэропорт чисто было, побережье чисто. Где все? Надо взять бумбокс, нам троим всем на плечо поставить и заходить в электро с музыкой. Ну ладно, раз тут пока никого не встречается, я все же думаю, нам лучше отправиться за той лодочкой. Ну как? Мы все равно вдоль побережья пойдем. Ну да. Песню еще включим из 80-х, такую попсовую. Never gonna give you up. Нет, нет, нет. Never gonna give you up. Это реквесты. Never gonna request, give you да. up. Англичане. You up. Never gonna let you down. И вот втроем зайдем. По-моему, такие. Лучше этот море. И будем плавать на ней. До берега, до того самого. Главное, чтобы нам попалась нормальная моторная лодочка, которая может 60 сжать. Потому что если попадется, которая будет сжать 14. Да. По да, нам стреляют это. И такие.
10 км в час. Да. Кстати, а лодки-то поправили или они по-прежнему такие же порешеченные пулями? Не, классные лодки. Я находил абсолютно, ну вот яхточку-то я находил. Так, когда что, я лодку находил, забежал, она... перебежал через дорогу в лес, жду вас, этого читателя. Я за тобой прям, метров 30. А, вижу одного. Мало. И вижу второго. Ой, блин, аж тоже заразил. Море, море. Тун-тун-тун-тун. Даже так, текста не знаешь. Я хочу кого-нибудь убить. Да, я не помню. Я помню мелодию в основном. Это же электро у нас, да? Угу. Ты хочешь сходить на пожарку? Угу. Но только не на эту. А чё так? Она какое? Ну, она какая-то стремноватая, я не знаю. А я бы сходил. Я там, я пошел, хочу на пожарку, там, где я убивал. А, но у нас же прикрывать некому, только если мне. У нас дальнобойного оружия не очень. Вот теперь я пить хочу. Что ж мне сегодня, слава богу. Приятно. А я кушать уже почти. Так, Ребзи, меня подождите. Оп. Так. Ну, вроде бы в электро тоже движухи никакой не заметно. А вообще тишина. Народ говорит, наверное, играете сейчас... на серверах. Люди, где вы? Ну вот смотри, заводское электро, ни одного зомбака. Вообще, заводские, это доки, где самый экшон, вообще там резня происходит. Там новички друг на друга с голыми, блядь, руками бросаются, понимаешь? People everywhere. И там тишина. Я вообще в последнее время в DayZ разочаровываюсь из-за того, что люди играют пассивно, понял? Прячутся от всего. И ты... Вот я был в Черногорске, самый топовый спаун. Вот тебе надо было. Ну да, ты же игрался с самого старта, когда все в городах тупо были. Так не только в этом дело, понимаешь? В Черногорске есть пятиэтажки эти красные, там больше всего шанс найти камуфляж. Самый большой шанс найти камуфляж. Четырехэтажки. И в Березино такие же. Здесь мы погибли один раз. Круто. И там то же самое. Да. И люди, они должны биться за эти места. А я там просидел маньяком сколько? Ну, часа три, наверное. Чтоб где-то не ошибаться. Так, а что у нас нагрено около этого амбара? Это от нас? Да, это от нас. Появились, да-да-да, от нас. Мы его обойдем сейчас скоро. Короче говоря, твоя позиция мне ясна, но наоборот, мне не хватает тех времен, когда народ все были бояками. Сейчас, потому что все играют в Counter-Strike. А первые вот несколько дней люди играли вот прям вот. Наблюдали по полчаса, лежали, что там происходит. Нет, ну вот тебе бояки, смотри, вот сейчас мы бегаем, мы никого не можем найти. Да потому что все бегают по всему острову разбросанные там по своим любимым местам. А раньше, когда здесь вообще никто не знал, куда идти, зомби. Все реально такие, о, чего, куда, кого. Все ползали, там увидишь выжившего. Вот сейчас нагрев зомби было самым плохим, что могло бы с нами случиться. Вот эта снайперская горка, я ее сначала чекаю от бар этого. Да, нас на ней однажды. Артура убили. Так, вы разойдитесь влево-вправо. А, нет, горка не достаточно. Давай-ка я лучше, ладно? Нет, я просто хотел побежать в обратную сторону. Покушать. Чтобы он упал и разбился, хотел я сделать. А. Но тут слишком маленький наклон. Есть. Кушай, Джекшепард, Я покушал. Благодарю. Кущий, вкусный, сладкий. Сычный персик, который ёлки. Тебе не купить. Ой, блин, не напоминай мне про персик. Я хочу выйти на улицу докупить его. Пустые ёлки, ребята, пустые ёлки. Сгоняй этого пацана с этим, со свистком. Ага. До магаза. Чё пустые ёлки? Пустые ёлки. Просматриваю. Пустые ёлки. Пустые. Так, у нас Джек Шепард, по-моему, убежал куда-то не туда. Я на горке. Я на горке осматриваюсь и никого не вижу. Я на самый топ заберусь сейчас. Понятно. Хотя чувака в кама я здесь точно не замечу. Так, полюбки. Ну, Артур, видишь впереди пожарка? Ну да. Давай-ка в бинокле посмотрим с тобой. На верхушке чисто. Тебе бинокль-то дали, кстати, да? Да. Зомбаков там на спав... мертвые, вижу. Мертвые зомбаки там. Отлично. Наконец-то что-то интересное. А я почему-то, несмотря на то, что хотел экшона, все равно напрягся. Так. На горке из тумана нифига не видать. Угу. Ну я пошел в любом случае. Подожди, сейчас вместе пойдем. А зачем? Вы останетесь здесь. Я с такого расстояния не смогу тебя покрыть, если что. Мне нужно. Тогда иди на левую, горки. Вот на левую горку. На левую горку. Да, я туда и иду. Ну если по мне начнет шить кто-то не с бара, то с чего-то такого, что меня убьет не с первого раза, я, естественно, убегу, спрячусь.
Нам главное помочь. В гаражике то ли зомби появился, то ли там чьи-то ноги. Ну, по-моему, это зомби все-таки. Так, короче говоря, я выхожу на открытую достаточно местность. Да, это зомби. Сейчас я поднимаюсь вон на тот пригорок и с него тебя буду крыть. Угу. Но я, наверное, не успею, ты быстрее добежишь до этого. Но кто-то этих зомби только что чистил. Через сколько они сейчас пропадают? Хотя нет, да они как, сейчас... На горе шлепает зомби, это не на меня заспавнился. Гора, которая за пожаркой, там шлепает зомбачок. В смысле шлепает? Ну топ... ходит. А, ходит. Ну пусть ходит. Вполне возможно, что он не просто так там ходит. Угу. Туман дурацкий. Да, туман на горе вообще... двое зомби идут. Возможно, возможно, они не на тебя. На пожарке чисто. Вот ты входишь. Три там зомби лежат мертв. Ну вот внутри, может быть, кто-то и есть. Так, я поднялся. Сейчас залягу в куст. Блин, не самое удобное место. Если стрелять начнут, я отсюда никуда не денусь. Лучше я вон там прилягу. О, зайчик. Это ты стрелял? Да. Игрок лежит... реальный. Игрок реальный в магазин забежал. Тут М4А1, я поменял калаш на эмочку. Смысле... Тихо, Джек Шепард, ты видишь. Я вижу игрока. Реального игрока, он забежал в магазин. Я почему реального? То есть ты игрока видишь просто? Ну да-да-да, человек. Вооружен, нет? То есть не зомби. А по-моему, он вообще, ну, он очень быстро бежал, и, по-моему, был безоружен. Я залетаю сейчас. Либо там зомби бежал в магазин. Ну, по-любому на кого-то. ФПС стало 13, и я бегу в этот супермаркет. Тут же, считайте, и магазины, красное здание. Там в одном, на пожарке, на первом этаже лежала эмочка и лежал АК такой же, как у меня. Прикинь, с кучей патронов. Ну, нормально. Ага. У нас, в принципе, все это и есть. Выстрелы никто не слышал, к примеру. Я ничего не слышал. Потому что если там кто-то в магазин забежал, то он бы отстреливаться стал. Что там были... Если у него есть чем отстреливаться. Вон он бегает, да. Это я захожу сейчас. А, это ты в магазин идешь. О, там отстреливают. Да-да-да, я ж говорю. Давай, заходи. Из магазина кто-то выбежал. Один я не знаю, где магазин находится на электро. А вот прям как ты с горы смотришь вперед. Вот туда дальше за пожарку и види. А, вон я вижу ее. Так, ребят, я разобрался уже. Убил? Ты? Да. Человека? Да. Девушку. Все, отлично. Девушку убил. Как ты мог? Шестрила. Алиспак нужен, Артур? Нужен. Так. Еще тогда, Джек. Артур, давай ты туда, я дальше вас с биноклем буду смотреть с горки. Блин, я только более-менее позицию нашел. Ну ладно, я выдвигаюсь. Так, я занимаю оборонительную позицию в магазине. Давай, тут я лежит. Буду туда подходить, буду говорить. Два зомби стоят. Тихо. Че там шустрил? Ну тут, короче, дробовик. Куча всего, вообще куча всего. Нет, кто-то бежал? Нет. Или... А, ну ладно. Мне, в принципе, кроме Элиспака ничего не нужно. И, кстати, подскажите мне сейчас, если сразу меняешь на новый рюкзак, из старого повыпадают вещи? Нет, не повыпадают. То есть нужно будет он его на земле, потом с него взять, да? Да, да. Слышь, Джек, дашь мне пару станагов потом, хорошо? Да, на больничке коробка с медикаментами лежит. У меня так, есть кровь, у меня есть маршрут. Пожарки пробегаю. Ага. На пожарке калаш, да? Сейчас узнаю, как парня хоть звали. Вижу Артура, да. Парень, как тебя звали? Даже нельзя посмотреть, стади бади. А, его звали Марсель. Марсель? Марсель, прости меня. Марсель Олимпик, да. Да, из такси. И где это долго? Джек Шепард, направляй меня, я не сильно ориентируюсь в электро. В нем... Правей. Вот вдоль дорожки все, беги. Вот так, что ли? Да, прям по дороге беги. Ага. Так, там в доме никого. И вот за черным домом сейчас увидишь магазин с желтыми дверями. А, вон он. Молодец. Джек, общая обстановка. Видишь добычу какую-нибудь? Общая обстановка, ничего не вижу, кроме коробки на этом. Корова на поле? Кто с... Выстрел. Это у меня хлопушки взрываются за окном. Блин, а? Вроде лето. А что, летом хлопушки нельзя взрывать? Нет. Так, вот. У тебя тут столько друзей. Я подхожу к тебе, захожу задним. У вас зомби какие-то заднего автомата просто стоят у дверей, да, Артур? Так, ладно, я пришел.
Шустрил, ты где? Я за прилавком, как дела? А, вон, такая башка вылезает. Так, ну что, я начинаю их отстреливать? Не надо. Или не шумим? А заходи сюда, что ты... Оставь этих убогих в покое, иди ко мне. Элис, где? Все тут, все вот здесь рядом со мной. Вот видишь, лежит девушка. Ага. Она твоя. О, она еще тепленькая. Если ты об этом. Кстати, туман понемножку уходит. Так, ладно. Вы потом в школу, наверное, да, пойдете? А надо? Ну, если вы ее не закончили, то не надо. Ну, я вообще... Это опять у тебя хлопушка, да? Да-да-да, это хлопушка, не переживайте. Так, что, бизон берем? Какой бизон? Закидывай. Ну, у меня бизон в моем этом был. Мне жалко его выкидывать. И не надо. Ну, пока что все спокойно в Багдаде, поэтому. 10 патронов на... А на больничку ты не можешь посмотреть, кстати? Смотрю на больничку, говорю, все спокойно. Ой, тут еще один алиспак лежит, Артур. Короче. Да ни одного алиспака, то сразу два, да. Ну, это ж магазин, блин. Всегда в магазине спавн этих рюкзаков жестко. Да. Артур, все зомби как будто бы зависли, кроме одного. Они просто стоят. Подожди, а что еще у нее есть? Просто так, у нее есть еще бутылка воды, что само по себе неплохо. Угу. Бинокль, компас, фонарик, топорик, карта. Возьми себе топорик. Час. У меня есть. А, да, я же тебе его дал. Так, ну все. Все, можно выдвигаться. Сейчас пойдем ко второй пожарке, я думаю. Или вот это что у нас такое? Да, у вас сейчас... здание школы должно быть. Напротив. Мы не пойдем в школу, мы сейчас возвращаемся, Артур, окончательно. Ну ладно. Смотри, сколько тут всего! Еще один алиспак. 41 минут с половиной снимаем, ребята. Ну сейчас, да, сейчас мы выйдем из города, так перегруппируемся. На второй пожарке тоже чисто, так что можем потом... Бери сардины, покушай, попей, тут все вот это вот надо. Набрать, кстати, попить нормально. Дай, Артур, Артур. Попа толстая. О. Еще спички, одна карта. Спички нужны? Есть у меня спички. Тут эти карты. Знаете, я сейчас чего больше всего хочу, вот очень жду. А чего они такие пассивные? Зомби? До конца серии какой-нибудь человек побежал. Смотри, сколько тут жратвы, ёптите. Набирайте. Тихо, не матери шустрила. Я же сказал, ёпти. Это ж неплохо. Ну да. Сейчас серия души заканчивается. Ну и поехал. А коченеть, люди добрые. Так, ну что, Артур, погнали? Так, сейчас я же завхоз, мне нужно все это набрать. Я не смогу это спать потом спокойно. Ну пусть хоть один человечек вам туда побежит. А ты кровожаден. Я хочу, чтобы вы его убили, это было классно. А ты не слышал ту громадную очередь, с которой я выпулил? Нет, кстати, нет. Я там просто хлопки твои слышу. Просто залил. Туман реально отходит дальше туда, к морю, потому что я вот раньше вообще на больнице на крыше не видел, сейчас хорошо видно. Все, выдвигаемся к Джеку. Пошли. Окей. Ну не так, пошли. Назад еще поглядывайте, мало ли. Так, ладно, ну хорошо, Артур хочет экстрима. Пожарки отстреляем, ок? Пожарку хочешь? Ну, обстрелять надо будет зомби, а то мы там негде будет такую толпу убить. Ну, как скажешь. То есть мы сейчас идем в пожарку, да, и там отстреливаем, да? Да, Джек, что, пожарка как там? В пожарке чисто, представляете, какие-нибудь сейчас там, блин, трое друзей там, или какая-нибудь группировка такие, решили зайти в игру, и они в пожарку. А у меня по-моему, просто лезешь они все мертвы, если они зайдут. И вы туда забегаете такие, тут начинается акшан. Ну, там чисто. Ты уверен? Ну, ты можешь мне не верить. I don't trust you. Так, Артур, прикрой меня, я отстрелю. Ой, это сейчас какие-то графлаги были опять. У меня два силуэта зомби, поэтому пробежали. Посмотри второй, третий этаж на лут, потому что в первом этаже я там видел, куча всего лежит. Так, тут кобра. Не останавливайся. Лута не вижу я. Лута не вижу и вижу, что зомби резнулись теперь. Сейчас вы забежите туда. Слышу выстрелы. Это я. Кобра Ленфилд. Ты можешь просмотреть, Джек Шепард, мне, чтобы не подниматься наверх? Я не вижу, что там есть. На втором этаже вроде что-то лежит. Артур, отстрели зомби, я поднимусь. Энфилд, вот я сейчас поднялся. Дальше что? Дальше. На третьем не видно. Где жатва просто? Ничего особо такого интересного. Все, спускайся. Жатвы мне хватает. Мне возьми. А жратва надо. У меня, я тебе мясо дам, если хочешь. Это опять тебя хлопушка? Да, хлопушка. Ты нас не пугай так. Это ж не я. Ну все, пошли. Мы вроде так-то все такие храбрые, а как чё сразу?
Так, типа, ой, мы и так храбрые. Я даже маяк отсюда вижу. Офигеть. Ну ты жестко зуны. Я безумно безумец. Че, в гараже как-то? У нас топорик. Вот я посмотрел топорик там. Так, ко мне бежит шестрила. Да. Артур, тебе внутрь ползет зомби. Почему Артур к тебе внутрь, если я нахожусь? А, все, ты из-за забора просто не выбежал у меня. Так, ну я довольно неплохо справляюсь, у меня 200 убитых зомби и 10 убитых рыл. Я, наверное, очень сильно палюсь, да, когда я здесь сижу? Нет. Потому что я даже позицию не менял, мне почему-то кажется, что я очень палено сижу. Нет, ты достаточно хорошо сидишь, тебя не видно. Мне, по крайней мере. Ну я вижу, в пусте он там сидит, да? Угу. Ну ты знаешь, где он находится просто. Ну вы прям на меня идете, да. Поглубже в путь зашел, я бы тебя не увидел. Это было круто, мне понравилось. Плюс там под тобой раз, по-моему, зомби мертвый лежит, или это куст. Рядом с тобой куст. Станок дашь мне, да, один? Да. Класс. У меня их 4 даже, могу 2 дать. Забегаем в лесок и заканчиваем серию. Потом, я думаю, пробежим так за кадром. Или так, на серию пробежим. Ну, если кого-то сейчас встретим, включимся. Да. Как у нас обычно бывает, да? Вообще, нам желательно бы найти к следующей серии. Нормально, по убийству на серию. Итак, мы начинаем серию. Джек Шепард только что убил человека, и это круто. А как ты убил ее, если у нас не писалось, что она была убита? Да, а не тут, писал. Тут не пишет, тут не пишет. Я уже, я помните, этого еще завалил, не написал. За вами все это время бежал. Ну, сейчас получит. С веселой анимацией. С веселой анимацией. Увидеть не хотите. Где он? Вон в кусте. Да вон в кусте попрыгунчик. I shoot him again. He's dead? He's dead. Oh yeah. Another dead body. Па-п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 а. Вы такие крутые ребята. Тут надо яролаш. Зомби одного убили. Не надо, я убил человека. Так. Девушку. Девушку, прости. Ну че, а девушка, это не человек. Нет, в смысле. Девушки не любят. Я не сказал, что девушка. Давай отойдем в лесок, быстренько закончим. И отойдем еще подальше. Шепард. Гоу. Ты когда говоришь ши, и мы еще вдвоем не понимаем, кому ты. Ну да. Так, ну хорошо. Серия понемножку результативная, нашли мне новое оборудование. Да, стрела опять так свою жажду крови. А, да, но она не выдала. А Джек Шепард, что у нас сделал в этой серии? Провтыкал, по большей части. Джек Шепард дал жесткие наводки, например. Говорит, в магазин зашел человек. Чик! Андроид убийца, ну да. Сигнал принял. Все. Короче говоря, увидимся в следующей серии. Она будет в пятницу. Надеюсь, вам понравилось. С вами были Шустрила, Джек Шепард и я, Артур. Всем пока. Да, пока.